Но разговаривая про горы, доброе утро. Тема нашего сегодняшнего эфира именно такая. У нас было два варианта. Кого позвать? Горца или скалолаза-альпиниста? Мы решили совместить это все. Вот они, горцы. И вот он, скалолаз. Доброе утро. Доброе утро. У нас инструктор по туризму Александр Макаров. Здравствуйте. Прежде чем мы перейдем вот к основным вопросам, вы помните свою первую гору? Да, 2018 год, Косинский камень, по-моему, то есть если конкретно о зимнем маршруте имеется в виду, ага. Вот, ну это прям полноценная гора, это 1500 метров над уровнем моря высота, вот, а если летний маршрут, то 2016 год, это Конжаковский камень. Тоже. Получается, вы только с 16 года занимаетесь альпинизмом? Ну, начинал. В 16 году. Начали в 16 году. И что вас привлекает? Да как и в туризме, как и в альпинизме. То есть преодоление вершины всякой, выход в лес – это перезагрузка мозга, очищение сознания. А страх и риск как бы не дают заскучать в этом деле, поэтому, ну вот это и привлекает. Ну вот глядя на вас, не сказать, что вы прям спортсмен-спортсмен. Да, вроде как бы просто вот достаточно крепкий. Но это все-таки спорт или что-то большее? Это своего рода больше, чем спорт. То есть если мы говорим конкретно о пешем туризме, то это подразумевает просто восхождение на гору пешим стилем или там прогулка по парку, неважно. Если мы говорим о скалолазании, то это конкретно подъем на какую-то скалу просто снизу вверх. А альпинизм же это комбинированный такой вид, где надо взойти на гору. И непосредственно основной целью любого альпиниста является вот вершина. Но вершина именно труднодоступная, требующая, получается, помимо пешего варианта, то есть где-то надо будет провешать веревки, где-то одеть кошки, где-то пройти со снегоступами, то есть требующая определенного вида специального снаряжения. Брать старт лучше летом или зимой? Брать старт лучше на скалодроме. А после скалодрома? Да. Любая подготовка начинается желательно на скалодроме, потому что хотя бы вязать веревки, как правильно вязать узлы на веревках, то есть там не бантиком все вяжется, и это хотя бы нужно делать в каком-то помещении, либо дома тренироваться. Ну а лучше вот. Это делать с инструктором? Естественно. А вот если я с инструктором пойду в поход покорять какую-то вершину, вот мне придется свой портфель нести или вы все возьмете сами? Вам придется нести. Неинтересно. Неинтересно, да, тогда. А вы давно, получается, прям вы инструктор? С 2018-го. Что вы уже 4 года носите в портфеле, покажите. А 4 года? Там все по-разному, от сезона к сезону меняется. Ну вот сейчас, сегодня у нас зимний вариант. Зимний вариант, но который рассчитан не на Уральские горы, потому что конкретно вот и опять же альпинизм свое название приобрел в Альпах. И высшая точка Альп, гора Монблан, начинается у нее подъем с долины Шамони, и когда на Шамони съезжались люди, то местные жители как бы поняли интерес к своим местам. К своим природам. Местам, да. И как бы все крестьяне стали горными гидами и начали водить. Но много было попыток восхождений. И как бы только 8 августа, чтобы не соврать, 1786 года. Это врач Мишель Габриэль Паккарт и горный гид Жак Бальмант. Вот. Да, они как бы первыми из всех альпинистов дошли до высшей точки Альп. Соответственно, международный день. А спустились?
Ну, просто как-то... Ну, это же и спуск очень важен. Спустились, все нормально. Поэтому вот 8 августа – это Международный день альпинизма. Вот. И его отмечают все причастные к альпинизму. А как отмечают? А все по-разному. В турклубах иногда делают какие-то соревнования. Где-то просто собираемся компаниями, и, ну, большой компанией, и уже рассказываем, какие маршруты открыли в этом году, что-то новое, какие-то секретами делимся. Вот, скалолазов поэтому... отличают очень сильные альпинистов от всех других людей тем, что у них очень сильные вот пальцы. Ну, это именно скалолазов. У альпиниста такого... А у альпиниста что сильное? Ноги и руки, ну, не только пальцы. Да, но на самом деле сильное должно быть все. Потому что рюкзак довольно-таки тяжелый. Сколько весит? Ну, сейчас там просто одно снаряжение, поэтому, не знаю, там килограммов 5 килограммов весит. Так, я чувствую себя опять родителем. А ну-ка, открывай, что у тебя там в рюкзаке. Пока вы открываете, какие маршруты можете порекомендовать тем, кто профессионально с альпинизмом не занимается? Просто пешим. Да, на какую гору взобраться? Начинайте вначале с окрестностей Екатеринбурга. Ну что, каменные палатки? Можете начать с каменных палаток, если вы уж совсем новичок. Новичок. Так, а как вот эта штука называется? Это называется... Для ходьбы по Уралмашу. А, по Уралмашу? Ледоруб. Ледоруб. Вот так выглядит ледоруб. Так, еще что? Причем он с... А, все грани у него рабочие. Да, все грани рабочие. А дырочки зачем? Фиксации. Привязать, чтобы к себе. То есть, вот помнишь этот фильм со Сталлоне? Скалолаз, по-моему, он так. Да, или да, скала да, просто. Да. Это реально можно было так вот катиться, это безопасно. Да, зацепиться за гору и повиснуть. Сейчас проверим. Реально можно было, и в принципе ледоруб для этого и нужен. Это кошки. Кошки. Ты пока ударим мне по голове. Думаешь, кошки ты... это вот на ботинке такие да, штуки, да? Да. Так. Чувствуешь? Чувствую, Илья. Чувствуешь? Чувствую, что тебя уволят. Так. Ой. Это? Это система. Это система. Вот они, кошки. Они универсальные, правильно? Они с помощью креплений можно делать под свой размер ноги. Да. Но это мягкие кошки, которые, ну, вот в большей степени универсальные, но для профессиональных горных ботинок там уже будут нужны жесткие кошки. А это же так называемый лифт. Да, только на языке альпинизма это жумар. Ну вот, да, где-то так. Да. То есть благодаря этому можно спуститься по веревке и более того еще взобраться. То есть у нее есть фиксатор. Да. Мужики, если вам любимая скажет... Что он несет? Если вам любимая скажет, хочу... Кошку? Кошки. Да. Давай заведем кошку. Вот. Предложите сперва такие. Предложите вместо лабутенов вот это. Она будет искренне рада. Так, и что еще? Ну, из специального снаряжения. Основа все. И вот все. Это правильно? Да. Больше ничего. Нет, на самом деле рюкзак это одна из вещей, которая тщательно выбирается. Потому что я знаю, что спинка должна быть определенной и при этом еще проветриваться. А есть ли здесь для воды приемник? Да, есть. Сюда можно поставить гидратор и вывести его. Ну, шланг выводится. Шланг, да. Вот. В принципе, рюкзак довольно-таки удобный. Сколько литров? Ну, здесь Alpine 50 серия Light, облегченный рюкзак. Какой самый большой? Ну, я носил 120. А как долго самое вот продолжительное ваше восхождение было? Сколько времени? Я ходил в горный поход второй категории сложности. У нас 12 дней сам маршрут был. Но это не одна вершина была, а их там штук 6 было. Ого. В мечтах, в планах, какую вершину покорить? Есть мечта, но так как это мечта, я не буду ее говорить, иначе... Жалко, мы хотели ее на самом деле сегодня в честь... Потому что вы пришли оплатить ее, ну, полностью реализовать, ну, связаться так, с нужными людьми, но раз она мечта... Да. Пуск. Решайте сами. Саш, спасибо большое, что вы к нам заглянули. Что говорят перед восхождением? Что-то на удачу?
дома присядьте на дорожку. Удача должна быть у вас в голове. И помните, что основное правило альпинизма – это ни в коем случае не надейтесь на снаряжение, а надейтесь только на себя.